Ее голос очаровывает и переносит в другую галактику. Джазовая музыка в сочетании с электронной. Так в двух словах можно описать экспериментальный концерт Ульяны Пережогиной. Это концерт, соединяющий в себе традиционные джазовые формы, звучание и электрические звуки, звуковые фильтры, электрические сэмплы, работа диджея. В этом и экспериментальность данного концерта, вот в этом объединении. Этот экспериментальный концерт под названием «Электрические сны» мы представляем совместно с проектом «Fade In». Это объединение музыкантов челябинских и не только челябинских, а из разных музыкальных миров. Наш проект – это смесь, некий синтез электронной музыки, но основана она на джазе. Это джаз, это фанк, это синтез фанк, это эйси джаз где-то. Ну вот, некое переплетение разных культур. Импровизация и электронное звучание, работа с залом и видеосопровождение, инсталляции и световое шоу. Увидеть все это своими глазами челябинцы смогут 5 апреля. О впечатлениях зрителей мы расскажем в нашем репортаже.